Привет, с вами снова Жака, и хочу вам показать, как вкратке. Вот поднявшись с Эконариума, мы решили перекусить, зашли, тут такая, как бы, Макдональдс своего рода, только с тайской кухней, все по 80-200 бат, разные блюда. Есть и мясо, есть и курица, есть рыба, утки, рис, макароны, омлеты. Вот, в общем, много чего есть. Вот, смотри, это шикарно вообще. Вот неплохо. Цены практически везде одинаковые, только чуть-чуть разные блюда. Мы отведаем, я думаю, неплохо должно быть. Суши какие-то тайские. Вот. Спрингроллы всем известные. Угу. И вот спрингроллы, они еще не готовые, это так в полуготовом виде. По 90 бат, сколько тут, 2-3 штучки, 90 бат, по-моему. Красная рыба, сливоги, в общем, все есть, смотрите. Есть. Короче, даже, скажем так, европейская кухня местами проскакивает. Ну и не сильно дорого, вот здесь, конечно, большая тарелка риса с красной жареной рыбой 350 бат. Есть по 150 бат. Вот так вот. Отлично. Тут люди сидят, кушают. Так вот, заходите, прикольно, до скорой встречи.